городе Сиэтла, Америка на проводе. Гоним хаис, трак, fire truck, пожарка, пикап, двойная кабина. Задний привод, бензиновый мотор 1.8 2Y. Потом обзор сделаем. Пожарки берем, потому что, ну, у нее полный кузов сзади, не обрезанный, не переделанный. Дабл кап, двойная кабина, шестиместный. Едет прекрасно, но колеса надо проверить. Немножко бьет в руля чуть-чуть больше сотки. И у нее вот этот старый, видать, да, этот сигнализация скорости стоит. Сейчас вот наберу соточку. 105, наверное. Проснулся, 105. Император проснулся. При старом императоре вот такие сигналы на все машины ставились. Ну, идет легко, в принципе, 110. Ветровички есть. Едет хорошо, чуть-чуть руль трясет, видать, балансировку надо делать.